Так. А, сопротов раз, два. Ох, сопротов хватит. Этого хватит. СПД, если надо будет, дадим. Ну да, нормально. Хватит. Кому-то что-то надо купить, пока я в этом, в Эргримаре. Посмотри, есть ли там кальмар. Какой кальмар? 10 агилы дает. Он не стакается с хаупом. Возьми мне, пожалуйста, фласка на МП. На вот это, типа, зелье, короче, понял? Настой его. Если нет в банке. Припод, что ли? Не, не припод. А не надо, я в банке возьму. Короче, Саня, я сегодня нашел баг на шамане. Хочешь, еще раз расскажу? Плюс СПД будет. Ну, давай. Пошли вниз. У меня тоже есть шаман, подожди. В смысле, нету. Короче, у тебя есть символ на тотем гнева в Элемспеке? Конечно. Короче, спекаешься в Элем, оставишь тотем гнева. Хорошо. У тебя висит баф, переспекаешься в хила, и у тебя висит баф на 5 минут. Он действует и в хил шмотит. Ну, в хил спеке. Я только что так заметил, блядь, посмотрел на шаманина. Сейчас возьму тофик. Сумоньте пока. Там же ж тотем гнева, он навороченный, вот там крит. Во-первых, спек не свелем, а поставит тотем гнева. Если у тебя символ стоит, у тебя ставится этот еще. Баф вешается. Да, баф вешается. Сейчас, ну подождите, интересно. А как припод на крит называется? Дикой природы, либо. Зелье дикой маны. Так, классно. Ну чё? Вы там чё, же, чё? Сумоните? Сумоните тебя, нет? Так, секунду. Зелье дикой магии тоже есть. Так. Да, сумоните. Во-первых, чтобы знать, что вы юзали этот баг, они должны как-то это знать. Если ты сдашь, ну, будешь крысой. Не, я не буду юзать, ты чё? Так, ладно. Ох, вылетаем. Заходим. Все здесь? 1800 стамины. Все перебились, надеюсь. Алис? Сейчас сова бежит. Алиса, Лаждан, Орхидея. Навка. Так, я не вижу ее в DC вообще. Так, ну задум тут, пойдем. Винст. Баг. Не должно его быть. Сбрасываться должен сразу. Напиши, может, тебе бонус начислят. Я думаю, его должны уже давно были найти, блядь, а что его еще никто не нашел? Ну... Так, может, это не баг тогда? Такс. Правда, я его только сегодня нашел, блядь. Еще раз на ФК. Тём, расскажи тебе историю, откуда у меня мамонт за 3 косаря. В склепе купил? Да, у лошарика. Так, стоим пока. Сейчас, Алиса, ну, ждем буквально минуты 2-3. Не будет, доберем кого-то. Шею выцепи.
Так, а кто у нас на заминку-то пойдет? А, ее в Дискорде нету, слушай. Нету. Так, как там можно перестать? Уже везде и написал, блядь. Раз. Ну, если что, раз. Все, надеюсь, эти как его? Проголосовали за сервер. Прием получили? Да. Это на АФК. У Мосса нет, они есть. У Мастерала нет. Есть, мне прям что-то доебал. Не доебался, а у тебя нет его. Вон висит у меня прям. Ну и ладно. На что-нибудь писала? За ней ВК написал, и написал в Дискорде, сейчас может придет. Она выше писала в 20-23, я в магаз минут 10. Ну, уже 10 минут прошло. 9 минут прошло. 2 минуты еще. Одна. Если что, сова готова, перебитая, ждет сама она. Ну, что тактику? Она на всех боссах была? Она, ну, да, по идее, она знает, или знает так, как мне надо. Давайте один на саман пока. Зачем? Чтоб шкаф не тратить. Но вытягивает, если что. Мы тогда на каких боссах дум были? На четырех, да? А ты как танк ходит идешь? Да. Пускай мы сволтанчим. Ну, я ж думал, тебя не будет, рассчитывал Void и ДК. Не, ну, нормально. Так, ладно. Соответственно, первый босс у нас пойдет Акилзон, Мишка и Халазия. Так, на первом боссе, соответственно, танк стоит, милишники под жопой босса. РДД представили сейчас все, что трусы — это босс. Соответственно, будет здесь ДК на моем месте. Где звездочка? Не знаю, у Алисы есть там спек, нету. Так что будет ДКшник начить. Тец на РДД, хилы. Набираете рейндж между друг другом. Задумчик, поставь-ка шкаф. На сумоним. Это который молнию кидает? Да. Там я знаю. Так. У Алисы, если что, немножко плохо с бегом пока что. Она танковать будет. Так, у меня... Сейчас, секунду. Сумоньтесь пока. Сейчас я быренько релогнусь. Да объясняю. О, я тоже релогнусь. Не, у нас отличная пати сейчас. Как раз на Зульджина. Лайчдан. Такой вопрос. Сразу. Тебе или Орхидея голова нужна? Нет. Класс. Че там все охнулись? Да так кину его нафиг. Ты не будешь так, да, сейчас ее ролить, если что? А, конечно, нет. Это, ну... Я бы пушку поролил, бы, Орхидея так, в любом случае. Давай потом. Так, далее. А киллзон по боссу, соответственно, РДД, набираете рейндж, не надо как его, около босса стоять. Соответственно, набираете где-то рейндж 15 от босса, рейндж, нет, где-то рейндж 10, рейндж 12. Там определитесь. И между друг другом, соответственно, сколько у вас будет там? 4 должно быть, по сути дела. Раз, да, два, три, четыре. Соответственно, встаете как-нибудь крестом, чтобы милишники могли выбежать с дебафом. Соответственно, по дебафу. Босс кидает в рандомного человека в рейде, может даже кинуть на танка статический сбой.
Этот каст, во-первых, дамажит, как его. Во-вторых, он дамажит в АУЕ. В цели где-то рейндж 5 от цели. Ту, которую он таргетит. Соответственно, после того, как прокастовал, он вешает дебаф на увеличение 25% дамага от сил природы. Соответственно, также милишники на кого-то повесился, соответственно, в мили-зону прилетело, как его, повесился дебаф, вы выбегаете от босса, потому что на танка также настакивается дебаф. Выбегаете между хилов и РДД, также набираете рейндж. Дебаф спал, соответственно, обратно подбегаете. Дальше. Он будет вызывать парящих орлов. Парящие орлы, на них мы не отвлекаемся, они там бьют по 2к, это прохиливается. Соответственно, Тафик даст бомжей или Алиса. Дальше. Третье. Это порыв ветра. Будет рандомного человека в рейде также подкидывать. Хилы, следим за этим, пожалуйста. Вам надо будет моментально этого человека после приземления, соответственно, прохилить, если ты не успеешь дать левитацию. Соответственно, вары там могут засейвиться, ну и тому подобное. Дальше, как его, моментально прохиливайте, потому что статический бой также, статический сбой также может прилететь в этого же человека. Соответственно, это шот. Дальше. Самое напряжное – это электрическая буря. Электрическая буря кидается также на рандомного человека из рейда. Соответственно, перед электрической бурей я буду говорить, чтобы вы подбегали к боссу. Подбегают все, даже если на вас есть дебаф. Надеюсь, понятно. Сказал «подбегаю», значит подбегаете. На кого кидается электрическая буря – это рандомный человек в рейде. Соответственно, на него ДБМ вешает метку «череп». Этот человек не может ни двигаться, ни кастануть, ничего сделать. Соответственно, чем ближе вы к нему стоите, тем меньше по вам дамаг идет. Чем дальше от него, по вам идет жесткий дамаг. По этому боссу это все. Соответственно, этого только босса из трех на сундуков мы бьем под сапротами. Остальных мы бьем под ДД фласками. Дальше. Как его? Второй босс это медведь. На нем будет танчить я и Алиса. Соответственно, Алиса танчит у нас форму медведя. Я ее, если что, подсейвую. Я танчу обычную форму. На пула у нас нету, так что следим за гром. Так, далее. На медведе он будет чаржиться, он будет откидывать. Это для РДД хилов. Соответственно, далеко не, то есть не даем. То есть вас откинуло, встаете обратно на месте. Дальше. Как его? Ну, по боссу этому все. Потому что там будет трэш, во-первых, чтобы его не заагрить при том, как вас откинет. Соответственно, подбегаете обратно. Ну, как обычно, задумчик, ты на втором и на третьем без пэта бьешь. И остальные пэтов там древние или еще какого-то пэта не вызывают. Далее, третий босс, Халази. У него будет две формы. Будет танчить, МТшить, его будет Алиса. Далее я покажу, куда поставить. Его танчить в соло нельзя, потому что клиф в одного идет 80к хп. 10, понятно. Соответственно, встаем в одном месте, начинаем бить босса. Босс перед тем, как меняет форму, он продамаживает рейд. Хилы, акцент на этом. Если что, мы будем давать по очереди прожимки перед этим, чтобы вам было очень хорошо прохиливать. Там 4-то 4. Так, раз, два, три. Да, 4-4, отлично. Соответственно, далее, когда он меняет форму, когда продамажит рейд, да, сменит форму, появится рысь. Все свечитесь в рысь, танчить буду рысь я. Поставлю ее около босса, чтобы вы босса еще кливали. Когда он меняет форму, появляется рысь, еще он вызывает тотемы молнии. Соответственно, у вас приоритет, когда он сменил форму, когда появилась рысь. У вас приоритет. Сначала тотемы могут появиться и за танками. То есть, соответственно, около него в рейнже где-то 5-8 метров будет появляться вокруг босса тотемы. Может попасть на колонну. Соответственно, тотемы на максимально быстро слить.
тотема там по 15 или по 20 кхп. Тотем убили, бьете рысь. Появился тотем, опять в тотем бьете рысь. Далее рысь убили, бьете босса. Дальше. И так вот будет продолжаться где-то две смены формы. На третью смену формы он будет вне зависимости. Там по истечению сколько-то мы его сносим, вне зависимости от формы он будет вешать тотем. То есть следим за этим. Тотема моментально надо убивать. Далее, еще босс кидает, без разницы на какой, в какой он форме, он кидает рандомного человека в рейде шок, огненный шок. То есть Зоил или я продиспелим, то есть надо прохилить. По тактике это все, соответственно, на каждого босса у нас будет по 20 минут. Первого мы можем скипнуть, а со следующих уже скипнуть не получится. Максимальная концентрация, это раз, всех мобов мы пробегаем. 10, понятно. Далее, к звезде подходим, я выдам фласки. Выдаю по 2 сапрота сразу. Давайте, у кого нету сапротов, обмен звезде. У меня один есть, да, один. Я 2 даю. Даешь бесплатно? Да. Ну вот, в прошлый раз танчил первого босса без сапротов, все нормально. Надо с сапротом всегда. Если нет, он на случай на сапротом танчила лол. Лучше с сапротом, потому что иначе настакает по вам 3-4 стака и просто может шотнуть. Нет, тут не шотало. Ну, лучше не стоит. Кому еще на надо? На свой страх и риск, короче. Так, ладно. Тафик, подойди, да, я тебе дам фласки на ДД. Я тебе купил. А сапрот сейчас пить? Нет. Сапрот пропьешь перед боссом. Давай. Да, в принципе, на первого. Задум, давай, я тебе дам фласку на 125. Надо я тебе? Уже дал. Отлично. Репоты на зелье дикой магии. Оперативней только. Все, походу не надо. Так, чек на АФК, на готовность, понятие тактики. Все готовы, надеюсь? Все, отлично, завожу. Рыбу поешьте. Так, я из один из паладинов даю всем каски. Соответственно, один на хп, один на АП. Я на АП. А чё ты танчить будешь, а не воид? Я думал, воид будет. ДПС это я что больше даже. Ничего. Встаньте за стеночку, пожалуйста. Заходили тогда, били все его, его не надо бить всем, гон вот этот. Не надо, он сам отобьет. Тут без разницы, будете вы бить или не будет, он все равно запускается по таймеру. Кальмара не нашел? Нет, не было. Там есть что рецепт. Никто не ловит. Рецепт есть. Рецепт хорошо. А, да, да, да. Алиса, обмен. Кинь. Когда скажу, выпьешь. Перед халази. С дом. У тебя есть? Да, есть. Попробуем через... А, я ж не в ШП. Ты в ДЦ будешь, один хрен. Да, я ж. Так можешь спекнуть, когда пробегать будем. А, фу, без разницы там. Ролью ну, на ДК, все... кстати. ДК, ну, да, понятно. ДК на ДК. Роль на это. Анхоли ДК. Не-не-не, не анхоли, роль на это, на хила, нормально будет. МП5. Надо тебе. Так, а тут не, все равно, тут если только топор нужен будет ей на танк. Мне тринька нужна. Да не, не нужна тебе тринька. Какая уже? Стой. Нет, ну, которая, короче, не с РП.
Маска буду, ну, с костюмом. Короче, как у меня, вот это. Еще колечко нужно с третьего сундука на ДД. Угу. Тут тапки на танка бисовые падают. Что бисовые? Раз, когда с париками отошел, выйдет. Так, приготовились. Как бы вот. С мастерством, которые как свальки. Стоим пока. Стоим. А, мобы что потагрили, да? Бдительность на кого-то. Они... В прошлый раз они, этот, как он, нагрелись. О. А тут какой-то из дней вот эти были пассивные нагрели. Да. Давай, давай, собирай. Бежать. Ну так а в чем проблема? Собираем. Того еще надо. А уешь. Аккуратно уешим только. Я говорю, аккуратно уешьте. У меня не 250 паунтов. Смени форму. Смени форму. Вась? Моса. Че ты в мишке, я. Ого, я не единственный дека в рейде, оказывается. Нет. Это хорошо, конечно. Так. Первых боссов я лут собираю себе, чтобы не отвлекаться, чтобы времени не терять. Остальное уйдем сразу после босса. Пошли за звездой, оперативней. Стоим. Где это? Лево, право. Пошли. Налево бежите сразу. В прошлый раз тут орлы были, не отагрились. Лишний флот убирайте. Я СС не вешал на себя. Бальзинант, вставай. Масс рез. Рыбу поставил кто сразу. Кто танчит? Танчит, Алис. Или у тебя ДК хорошо идет? Сапроты выпили. Чё такое, сопрот? Сдум? Да. Чё с лаком? С лакер. ПВП один, нормальный ПВЯ один. Сдум. О, спасибо. Чек на готовность. Пуляй. Ждан, слева станешь, я справа. Да. Все, стой. Леру. Блять. У тебя есть зойл? Да, да. За 10 секунд мне скажешь. Надо будет включить. У меня тоже есть.
Милишники, ранжу набираем. Надо подождать. Сбежали все, сбежали выиграть боссу. Подбегаем. Пладжидану подбегали. Разбежались. О, я подлетел. Появился дебаф, отбегаем сразу же. Тафик, дай бомжей. Сколько секунд? 5 секунд. Сбегаемся. Да, ассиста. Рейндж набрали. Хорошо, дай ассиста, чтобы вешалось мне. Подлетел. Сколько там до бури? Сбежали с бури. Отбегали. 6 секунд. Отлично. Рынжу набрали. 5 подлетел. О, милишники, отбегаем. Бежали к боссу все. Подбегаем. Подбегаем. Сразу. Мы с дебафом отошли. Бэрить не надо, нормально все. С дебафом отходим. На ком дебаф отошли? Мастерал. Стирал с дебафом, выйдет. Да, нормально. Он, походу, залагал. Да, он залагал. Сколько? А, сбежали, забыл. Бегаемся. Пожимку повезло. Отдай. Повезло. Алис. Разбежались. Выкинуло. Чего у тебя? Свет оснулся у него. Я слышу. Нормально. На ком дебаф отбегайте. Угу.
через секунду вырубился, короче, и пропал весь на планете, и все. Я уже думал, у меня комп сгорел, нахер. Джоу-милишники, сколько? Бля, сбежались. Ну, плохо, что у меня аддон был выключен. С дебафом рейнджу набрали. Да я тычу что-то, когда хилю. У меня луки есть инста, когда я иду, да? Берит Зойл или нет? Да, Моса Берри. Подкинула. Сразу пробафайте. С дебафом отошли. Оу, походу Даларан выкинул. Призрачная земля. Зойл? Да. Да. Сколько? Сбежались. Подбегаем. Ну ничего, нормально. Рейнджу набираем. Я думаю, подкинул. Я возле входа винс. Так, раз. Кто-то будет сейчас ссаться. А, нормально, кстати. Так. Умираем. Давай, давай, умираем, стой. Вот ролебой, ГЦ Войт. Угу. Я как раз вылетел, да? На, Войт ГЦ. Хотя, хрен знает. Шатафик заберет полюбас. Так, зашли. Ты зачем тафику? Я паролю на танка. Да нет, ты ДД. Мне нужно. Роль на ФДК. Нормально был. Нафиг мне швот на ФДК. Только тридню, не роль ЦРП. Наверное, так Моса заберет. Да не, Моса на РДРУ роль. Зачем? Лаждан соберет, чего вы паритесь? Я жду посох. Нашли. Да, звезда. А, я не знаю откуда, но на мне дроп. Наверное, по нашему мобу бьем. Назвали. Отлично. Умираем. Надо убивать, на мне сесть. Блин, на мне СС, надо убивать. Нет. Диван будет. Уж бежали они? Да, бежали. Отлично, заходим. Оперативник. Кто-то спать ливнул. Не ливнул, меня притащили. На ходу разбафуемся, быстрее идем туда. О, покатай меня. Тотемы не забываем, сносим. Появились тотемы, поставил тотемы, сносим. Косты затыкаем. Винар, перед тем как бежать, снимешь мой щит с себя, пожалуйста. Тотем. Щит сними. Сто силы щит, который?
Хиловский щит. Щит земли. Щит земли. Все, готовы. Бафы раздано. За звездой. Бежали. Вперед, стражники. Начнем резню. Стражники, не мешкайте. Задум, главное выживи. Их, стражники, отправляйтесь туда и принесите мне. Выжил. Я один такой неудачник, да? Засумоним сейчас. Вставай. Да. Давай, рез. Нас резают. Сразу шкаф. Ты там сразу шмотки поменяешь. А на следующих... О, спасибо. Сколько там боссов? Сапроты не нужны, то есть можно на силу атаки. Апа. На два босса сапроты не нужны. Зойло, сумоньте. Не сумонили? Кому бафаться не надо, сумоним Зойло. Сумон. Все сумоньте. И Джувса, ты или я поставить? Я поставил. Быстрее только все делайте. Кому надо, что-то закупились. Бафы раздали. Оперативней. Рахил. Живи пока. Тём, помнишь, 300 тысяч там? Да, да, да. Череп Креста, их отворачиваем. Пошли. Моё терпение на исходе. Вперёд! Пускай они пожалеют отца. Рахил. Тотем. Тотемы. Отлично, по черепу играем. Костыль затыкаем. Тотем. Пять кто там вылетел? Тотем. Да. Сейчас смотрю, кто. Орхидея не было в 10, значит никто. Квест. Тотем. По черепу играем. Стан, дай. На 400. 400, да. Дальше по черепу. Дайте кто-нибудь на 400 тысяч по нему стан, пожалуйста. У меня стана нет. Дам рывком. Это... Уже. Готовься, давай. Отлично. Да. Так. РДД, ваша луна метка, дальше луны не надо стоять, даже чуть-чуть сюда поставить. Дальше луны, чтоб вас не было. Так, мы здесь стоим. Все, вы хилы отпились? Да-да. Чек на готовность. Чего лачдан не хватает? Ну, хилили, сейчас отпиваюсь. Отопьешься. Слишком не дымашьте. Войд на хп. Забирай.
Деру дали. Алиса, прожимку свою даешь. Сейчас? Ну, на следующий раз. Этот я тебя просейвлю. В следующий раз, когда заберешь, свою прожимку даешь. Забирай свою прожимку. На следующего медведя дать зубы ей? Не надо. Я свои отдам. Хорошо. Там капли есть, понимаешь? Что-то слишком... А, да что ты молчишь-то? Ладно. Нормально. Что-то я уже сам послал. Да, оно вроде только и появилась. Забирай. Забирай свою прожимку. Забирай.
О, кто там Войт говорил про бот? Угу. Я как раз хардкап хочу собрать. Они как вот, каждый раз падают. Да. В прошлый раз не упали. Сначала упал, блин. Ой, что-то везет сегодня варом нашим. Что, два троллинбуга? Не, не стрел. Умираю. Сели, вхучу, встали под крышу. Бесит то, что тут шмот онли с блоком щита. Будто бы все танки щитом танч. Дум, выйди с инста. Выходите, кто вам сказано было зайти в инст или чё? Нормально. Зашли. В прошлый раз он так же было. Подождите, два медведя пропало. Посмотрите агро. Ни на ком нет пока что. Они свыделись, куда-то исчезли. Да, я же об этом, они исчезли просто. Было бы хорошо, если бы время оставшееся прибавлялось в следующем 20 минутах. На этом боссе прибавляется, но мы уже вайпнулись. Так бы было 21 или 22 минуты. Убежали. За звездой. Видим, как заскочил, да, на ходу. Это ВДВ называется. А так я, короче, когда так слоги был, конечно, все ржали. А на левой стороне. Со слона на слона перепрыгнул. Я слагала. Ну все. О господи. Сразу не вливайтесь, ребят. Мосса встал, побежал. Нормально. Я пока дефы пошел. Ауешим. Нормально, бей. Стойку с меня и бей. Если бы не умер, да? Босса, будь добр, когда добежишь до инер, пожалуйста, меня снимай. Прохил там. По черепу играем. Милешники, играйте через череп. Остальные уешим. Череп убили, дальше играйте через крест. Остальные уешим все. Через крест. Войд Армс Инкор сделал.
А Линка не те кто-то ХПС с бота? Потом. Здесь мало красок, да? С абсорбом. На коней. Хождение по воде. За звездой. Это. Че вы там? Сзади отстали. Не, они застряли. Такого нет. Поэтому исходи. Тафик, хождение по воде сделай себе. Значит, данг в этот вхождение сделай. Да он проблема, не хочет вставать. Прыгни. Подпрыгни, ложна. Два метра проходит и падает в воду. Бах. Ну. Нормально идти. И не будешь падать в воду. Через череп. Аккуратно только, ребят, аккуратно. Дальше. Череп, крест. Аккуратненько, пожалуйста. Дай на КП вы. Крест долейте, заливайте этих маленьких. Дальше, Саня, не забудь на маму. Да, да. Золото меня прохилишь. Дом СС откатился? Да. Я могу на маму. Зел, тебя малорог интересовал? Так, этот, как его? Давай. На мамонта задум. ПВП шмот. СС на себя, быстрее. Юль, сними щит, пожалуйста. Юль, щит. Алиса. Алис. Зел, резай. Лис, щит сними. С мамонта слазь. Сейчас резаюсь. Меня прохиливают. Пьем зелье свободы действия и бежим. Выпьешь по команде. Нет, вырубил, я засижу. Кто? Зоил. Давай быстрее. Откиньте ХП. Что, крик на ХП? Так. Чё, ты зашёл? Отлично. Юля. Прохильте лока. А, ты в диване, смысл? Пей, пей, побежали. Выпила? Побежали. Пробегайте. Задум, главное, ты пробеги. Нет, меня все твои. Ай-яй-яй. Лично. Масс-срез сделай там на этого. На Лачдана. Я даже в бой не попал. Молодец, на Лачдана, давай быстрее. Он за углом сразу.
Подойди за угол, тут нормально, тебя не загрится. Он зал... отсюда может через трафик рыться, все близко лежат. Я чё сказал? Ну? Отлично. Шкаф. А зачем шкаф? Кого? Кто? Зоил есть, тут принимай рез, Зоил. Зоил! Зоила выкинул. Зашипись, блядь. Не, он вроде принял, он бежит. Быстрее идем. Бафаемся. Рыба. Сейчас ставлю. Кушаем, чек на готовность. Алиса, я поставлю, заберешь потом с меня. Конявов. Чё тебя забритого на спине? Все готовы, отлично. Иди сюда. Меня ставь, забирай. Бьем босс. Первую прожимку я отдам. Ауешно. Прохил рейда. Готовимся по рыси играть. По рыси играем. Следим за тотемами. Тотем. Тотем молнии слили. Отлично. По рыси. Тотем. А босс. И вырвался вперед. Алиса, дай прожимку ее. По рысь играем. Тотем. Отлично. Я ушел. Тотем. У вас прохил еще одна рысь будет, да? Да. Готовимся. По рысь играем, Геру дали.
тотем. Тотем. Сейчас тотем будет вне зависимости от формы. Наливаем, босс. Тотем. Догнать, догнать, пойда. Нет. Тотем. О, палач. Какой палач? Чёрк. Выпало, что ли? Так, ладно, это потом. Да. Сейчас сундук заберу. И чё, типа, больше сундуков не падает, да? Только три. Есть четвёртый сундук. Ну на, убить Женолая. За 5 минут, за 4. Так это нереально. Ага, ногу. Отлично, завел. Главное не вылететь. Вот как оно упало, так. Палач, кому нужен плюс чат? Не. Это что? Чарка на ничем. Рецепт. У меня вроде не было. Могу взять. Плюсуй. Ну уже все. Так, давайте после Женолая разролим. Время терять не будем. Сейчас вздыхаем. Что мы тут трэш не чистили. А, там ДДшное кольцо упало, да? Да. Там 8 шмот лежит. Вроде. А, уже нет. Это на АДК, на ретрике. Умирать. Да, на товаром даже не идет. Но да. Оно лучше. Товаром РП там даже смысла нет брать такие шмотки. Я вижу. Умираем, да? Да. Чем умрете быстрее, тем лучше. Золото, чё офнулся? Кольцо получил, офнулся? А чё за кольцо? Да, на силовика, как у меня. Заходим в инст. Давайте быстрее мне чё отсец. Сейчас мы на то фигню огненную бежим, да? Да. Четвертый сундук. Можно босса потанчить, пожалуйста? Да, без проблем. Так ты мейн, ты должна босса. Мало ли, просто когда на птицах этих стояла, был вайп. ДК всегда соло таргетом. Не скажу. Здесь у них и ОЕ. Ну, а двух это четыре, лучше. Скольких? От четырех. Оно здесь хорошее. Подбегаем. Знаю, 2-10 тоже от лужи есть. Зоэл, чё у тебя за проблема? Он всего лишь на 100 где-то повышает дамаг. Слышно меня сейчас, Тём? Да. У меня нет, вылетел, я сейчас не могу подключиться. Пытаюсь. Давай, я сейчас телефон, если что. Подключимся, давай мы пока пробежим. Так, прохилились, пробежим. Не висит нигде. Ой. Да нормально, а чё-то. У тебя 4-4, он у тебя 4-4, не? Нет, два. Ну, это плохо. Ладно, побежали. А чё сундука упало? Кольцо на мирешника. Оно у тебя в сумке. В смысле? В прямом, у меня оно есть. Класс. Оно уникальное. Пробегаем. Да, не беспокойся. Зайдёшь. Никуда она не денется. Где ты там? Ждан, ты где? Скинул меня такой в дерево просто. Ну, я вас там скинул в надежде, что вдруг он на вас не поведется и не убьет. На них бой висит по-любому, он убьет. Ну, дамаг 30 секунд, короче. Так, чё у тебя там с нетом?